Приветствую всех зрителей моего канала. Это 48-я часть видеопрохождения игры OpenXCOM с модом Phenomod Pack на максимальном уровне сложности игры Сверхчеловек в режиме Iron Man. Очень хорошее было прошлое видео. Мы взяли базу. Да, ждал Ян Лео, чтобы его подготовить, так сказать, на сегодняшнее видео. Но так оно не прилетело. Сбил неплохой НЛО, но, по-моему, туда не долетает наш, да, железный кулак. И, как я и говорил, нужно искать базу. Я, помните, вот здесь было очень много больших тарелок, в том числе снабжения. Даже был такой момент, что мы тут три больших НЛО, и даже очень большие летали, сбивали. Поэтому давайте-ка мы попатрулируем эту местность. Немного не так. Нужно так, чтобы кружок море не захватывал. База же не может быть в море, правильно? Так, наверное. Да, и пересматриваем, что у нас там. Так, как я не выяснил, что это за ребята, у которых плюс 0. То есть он не качается, что ли, вообще? И почему они все такие поголовно, те, кем я играю? Очень странно. Ну, нам нужно найти кого-то в районе 70, чтобы у него прокачивалось умение. Такое впечатление, что игра знает, что все атаки, все силы участвуют, и все низкая сила, и все навыки, и поэтому пытается общее количество ограничить. То есть, если у вас очень высокая все низкая сила, то уже навыки вам ограничиваются. Кстати, я в прошлом видео немного не точно сказал. Да, при вычислении все атаки у нас все навыки делятся на 50. Но при этом полученный коэффициент умножается на физическую силу. То есть, если это расшифровать простыми словами, если у нас псинавык 100, делим на 50, то есть мы псиническую силу умножаем на 2. Так что все не так просто. Псинавык участвует везде достаточно хорошо. А в псизащите он работает по-другому. Там псионическая сила плюс псионический навык разделенный на 20. Ой, на 5. Тогда максимум 20. Вот такие вот вещи. Ну, еще там всякие коэффициенты, как я говорил, случайные числа, коэффициенты сложности и подобное. Ну и посмотрите, как интересно. Его можно прокачивать, но, честно говоря, все равно 52 это мало, поэтому давайте следующую исследуем. Хотя я хотел бы уже или нет. Или это если я снял его с учебы, то не все стоят нулями. А уже... Мне непонятно. Так, подождите, наверное, так и есть. Ну вот, продолжаем его учить, и будет 18 плюс 18. Непростой идет. Вернем. Да, сейчас попробую. Я не потеряю ничего от этого. Потом попробуем. Да. А, ну я хочу видеть, что мне со стариками делать. Да, придется ставить все как есть. Мне нужно знать из старых солдат прокачанных, кто проходит следующую лигу, а кто нет. А вот здесь можно на неизвестных ребятах поставить, снять с них обучение и поставить тем, кто уже показал, что он достоин. Да. Давайте-ка этого 99 я потренирую. Не так привлекательно.
Так, хорошо. По-моему, я все продать успел. Лишнее. Так и есть. Что у нас с гранатами? Кстати, нужно все производить. Дымовые гранаты. По-моему, я даже успел сделать гранаты с этим усыпляющим газом. Продам эти токсиганы, не буду им пользоваться. Они зря строку занимают, неудобно. О, с усыпляющим газом у меня просто полно. И дымовых полно. Да, 2 типа 36, это 18 на 2 максимальное количество бойцов. Сенсорные гранаты, кстати, все очень хорошо показали, когда мы базу брали. Единственное, я боюсь, что в эту кучу оружия попадет выстрел, и я это все потеряю. Что я хотел от токсигана избавиться, чтобы он не светился. Ух, сука, я Лерия набрал. Базу взял, сразу видно. Кстати, скоро гранаты пришельцев станут недоступны. Так. А, не знаю, может даже и можно ее разобрать. Ну что такое три колбы как всегда, я имею в виду разобрать на Иллирию. Продам и все. Хорошо, что у нас с лавинами? Постепенно я их, конечно, заменю. Грузы строятся. А где твоя ракета лавина? А, я потерял этот корабль. Здесь уже остался только корабль, который стреляет из рельсовой пушки. Поэтому лавины нет. Хорошо, дальше исследование. Да, тут вы мучаете пришельцев. Снаряжена уже гроза? Да, тебя нужно переправлять на какую-то базу. Наверное, в Северную Америку, да. Так, транспортировка. Северная Америка. Заказы следующую грозу, пока у меня с деньгами проблем. Чего ты врешь? А, оттуда вылетел этот Рейнджер. Я понял. Тогда Северная Америка отменяется. Куда я еще могу? Так, подождите. Все вернулись домой? Рейнджер на патруль? Да, все дома. А, я грозу заказал в Австралии, но она еще не построена. Тогда по-любому только в Азии можно отправить вторую грозу. Где ты? А, это Китай имеется в виду, да? Так. Где? Где ты спряталась, гроза 2? Вот туда. А там кто? Нет здесь на кого на вылете, что ты мне рассказываешь? Я не понял, за что за баг? Мне же сбили, нет никого здесь.
А, все, понял. Я здесь произвожу грозу, а не в Австралии. Да, фух. Я уже испугался. Транспорт, Австралия. Гроза 2. Это опасно, кстати, Австралия не имеет защиты. То есть ее могут спокойно. А, имеет. Кстати, нужно произвести оружие. Я же расслабился. Имеет защиту, но там нет оружия, по-моему. Думаю, десятка хватит, по 600 снарядов. Так, и сразу же производим следующую грозу. Вот так. Наконец-то разобрался, сколько времени пришлось потратить. Да, медкиты нужны мне. Правильно здесь все. Не понял. Зачем я тебя исследую два раза? Это я ошибся. Ну давай плазменную горелку. Хотя не очень она мне и нужна. Так. Да, деньги. И ждем НЛО. Хорошо. Вроде бы разобрался, сколько времени это требует. Отлично. Медкомплект. Нужно, кстати, произвести. Придется к грозе ужаться. Да, лучше ужаться. Южная Америка. Что тут у тебя? Должны быть мастерские, три мастерские. О, нет еще. Куда вас присылать? Гиперволновой декодер, ментальный щит. Это тоже уже нужно брать под защиту, но, честно говоря, не хочется, пока здесь не будет солдат. Да, тут не хватает жилых модулей. Да, пока оборону не сделал, сейчас все-таки станут эти базы. Значит, раз, два, три. И мастерских три. Ну ладно, модули недорогие. Относительно, пусть будет один в запасе для солдат. Ну, вдруг захочу защищать эту базу. Жилой модуль, жилой, мастерская, мастерская. Аналогично. Будет жалко потерять, но иначе время трачу. Так, ну поехали. Мне нужны НЛО. Гроза в Австралии. Нужно на каждой защищенной базе по грозе. Это первый момент. А второй момент. Мне нужно уже разобраться с оружием для каждой базы. Что у нас? Но нет, кстати, запасного танка здесь.
А почему нет? А, есть, вот он. Я взял два лазерных. Все правильно. А я оружие не вижу, оно все на корабле. Сколько у меня этого самого оружия? Ой, полно. Тяжелая рельса, это 11. Рельса снайпера 4, это 15. Да. 15, но мне нужно на 20 солдат. То есть мне нужно еще 6 тяжелых рельсовых пушек. 5 тяжелых рельсовых пушек. Там еще лазерные винтовки сойдет. Хорошо. Здесь тоже должно с оружием все четко быть. По-моему, здесь лазерного оружия нас создавал. Ровно 20 штук. Чтобы не думать об этом. Кстати, да, есть ракеты к ракетной установке. Не понял, а где оружие? Или я переотправил отсюда? Чем вы будете отбиваться? А вот она. Тяжелая рельса, пушка 16-4. Ага, понятно. Значит, лазерное оружие вот здесь. Точно так же должно быть 16-4. Я больше не делаю. А, тут наоборот, тут 6. Ну тогда 14 должно быть. А вот он. Буква Я впереди, ядерный тяжелый лазер. Да, 14 на 6. Да, здесь все хорошо. Вот в Австралии нужно тоже произвести оружие. Я не думаю, что оно здесь есть. Ну, тогда все нужно Лерин переслать. Да, немного подкупил я своим солдатам. Есть две ракетные установки. И два танка. Оружия нет. Так, ну тут и Иллириума нет, чтобы производить, правда? Да, лазерное лучше всего. Я думаю, отобьемся с лазерным. Взрывчатку взял. Собаки есть. Они будут решать, пока у меня, да, есть. Два танка есть. Так, сюда нужно прислать в Австролазию. Нужно прислать Иллириума. Раз его столько заработал. Он, по-моему, мало требуется на лазерное оружие Иллириума, ну, пусть будет так. О, очень большой линкор. Ой-ой-ой, сейчас будет драка. А куда ты летишь хоть? Куда ты летишь? Ничего не понял. Что такое Северная Африка? Ты же, по идее, базы должен атаковать, нет? Я базу нашел.
Ну-ка. А куда ж так прешь с такой скоростью, что я тебя догнать не могу? Так, ждем еще. Линкер — это тяжелая штука. Солдаты пришли, нужно сразу их пересмотреть, потому что потом забуду. О, пошли. Пошли трусы. Ой, елки, сколько вас. Да что же такое? Что за молодежь пошла? В ваше время все были смелыми. В наше время все были смелыми, да. Старые добрые времена. Так, это все хорошо, но этот нехороший линкор может и улететь. Так, минимум 3, можно начинать атаку. Ну давай над землей, тогда подумаю, атаковать или нет, хотя не хочется. Ну вот, первый линкор мы посадили. И, кстати, вот я был прав. Базы создаются все четко, просто если вы находите не по порядку, то, естественно, сначала будет база 1. Так, ну и решаем, куда нам, базу брать или линкор. По идее, базу, потому что там день. Давайте попробуем. В прошлый раз мы очень хорошо справились, сейчас я не уверен, что так будет все хорошо. Но мы уже поняли, что нужно где третий танк? Ах ты ж гад. Ах ты ж гад, пока я тебе произведу эти твои снаряды. Хотя они могут быстро производиться. Танк ракетная установка не потянет. Причем один к одному тут производится. Так, а здесь я хочу лазерное оружие, ядерное. Что мы там, 14-6 делали? Да, он дешевый. Хотя зачем к 6? Все-таки 16-4 намного выше. Проверим. Там четверо в коридоре помещаются, остальные стреляют издалека. Так. Успели ли вы произвести мне... Да. Ховертанк, рельсовая пушка, снаряжен. Хорошо. Что мы там берем с собой? Ракетная установка, многоствольная, лазерная. Все, что есть, все забрал. Ну что ж, летим на базу, если успеем прилететь сюда быстрее, чем ночь наступит. Хотя, по-моему, на базе не важно, да, ночь или нет. Так, вы обгоните темноту? Да, обгоняем, я вижу. О-о-о. Это просто праздник какой-то. Сейчас линкоры будут падать все. Обгоняете темноту? Давай, 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 давай. Обогнал.
Поехали. Фух, базы нужно вычищать. Надеюсь, перестанут у меня так. О, я обойму не произвел. Лазерной винтовками будет несподручно. Или вам хватает? 6 человек. Хватает. Нужно не забыть обойму произвести. Это не дело. Так смело взялся за базы. Так, где мой Дунгай? Вот, с него легче всего. Так, и... Да, никого мы не будем пытаться брать, никаких командующих. Мне их легче с кораблей брать, да и хватает у меня сейчас. Так, осветители нужны, на базе было темно, я не пользовался, но вдруг прижмет. Я думаю, по 3 гранаты на каждого хватит. Другое дело, что еще с собой взять? На всякий случай взять взрывчатку. Нет, все-таки я хочу по 3 гранаты. Буду все коридоры заминировать за собой, когда буду уходить из них. Это мы уже проверили. Неважно, если он ляжет, я уже не буду им заниматься. Будет лежать. Ты у нас перегружен, да? Давай, ты обойдешься без осветителя, но зато будешь сразу ходы иметь. Это все из-за аптечки. Ты, кстати, неудобен мне, что у тебя нет гранаты. В прошлый раз это помешало. Да. Сделаем вот так. Не будешь никого оглушать, это не проблема. Что такое? Ну, гранаты должны быть у всех. Неизвестно, кто окажется к коридору крайним. Не нужно тебе столько взрывчатки. А, можешь носить все подряд. В любом случае, взрывчатку сразу не метнешь, поэтому вот так. Вот так, и что ты там носишь на всякий случай. Ладно. На испытание, так сказать. Так, а теперь очень зависит от того, как нас раскидает. Неужто мне повезло, все раскиданы в одном месте, а? Побывает? Реально. Может, это только кажется, что мне повезло? Сейчас выясним. Раз ты уже вышел, назад подниматься не будешь. Так. Молись. Чтобы мы нормально высадились. Ой, какая-то база неприятная. А, понятно, эта комната пустая, по логике. Эта комната пустая, по логике. Где я? В самом центре. Где мне этот угол найти, чтобы спрятаться? Ха, не сможешь ты выстрелить. Переборщили с поворотами башни. Так, а вот это может быть край. Более того, тут прохода нет. Может быть такое везение?
Нет, есть выход. И есть лифт. Сколько тебе на выстрел? 35. Лучше тобой больше не ехать. Это неудачно я. Танками разъехался. Так, ну тебе по-любому нужно смотреть сюда. Так, а как солдат расставить-то? О, как неудачно. А. Не, выстрел наспех. Ну да, танк рельсовая пушка. 35 на выстрел, это хуже, чем 25 у лазерного, плюс там 10% меткости. Да, он может пробить стенку, но это не стоит. Стенку пробиваем не каждый раз, а стрелять нужно постоянно. Вот отсюда мне не нравится, отсюда могут идти. И хорошо, если они сначала увидят танк. Если нет... Если нет, то вот эти мои желтые красавцы получат выстрел в задницу. А мы одного можем посадить на всякий случай. Он будет принимать урон на себя. Лучше так. Эх. День будет за дверями. Так, нужно определиться, в какую сторону мы будем двигаться и где мы сейчас за спиной будем что гранатами закидывать. Так, никого не вижу. Совершенно. Ну да, это самый удобный вариант. Сюда зайти и пойти вниз, к примеру. А тут все закидать. Но сначала нужно танками просветить сколько возможно. Может, кого-то словим. И подстрелим, и подстрелим. Заодно разберемся, где край карты. О, летуны. Это интересно. Ну ладно, стой, ты как бы задницу себе прикрыл. Тогда лучше вверх идти. О, Рипер, надеюсь, а не Сектопод. Кстати, я с лазерным оружием, поэтому вполне возможно... Ой, ну пожалуйста, не делай так больше. Так, нет, тут уже не стоит.
на скидку 25. 28 не сможешь развернуться. Но ты же не за 3 разворачиваешься, правда? Нет, в таком случае лучше я. Вот так. Может, ходов не хватит, плюс можно солдатами прикрыть. Так. Отсюда нужно гранат накидать. И желательно не вами. Так, тут защищать не нужно, вряд ли кто-то отсюда пройдет, а если пройдет, то его заинтересует танк. Отлично. Да, похож на Рипера. Да, вот так. Кто из лифта выйдет, выстрелишь, кто так выстрелишь, в любом случае получит выстрел враг. Стоишь, если сюда придут, но это уже слишком неудачная ситуация. Так. Да, с этими гранатами зря еще присел потратил. А Рипера нужно встречать, я ведь гранаты никак не могу кинуть. Вовремя. Ну, кстати, гранаты. А. Пока не истратил, из рук не заберу. А может ты ухитришься? Бросить. Ухитрился, все равно туда ходить не буду. Смотрим, Рипер. Доигрался. Но по звуку, кстати, не Рипер был, а... Как его? Летун. Вот он. Это в другом месте приближается. Там, где у меня танк стоит, вот здесь. А, нет, Рипер, просто звук у него такой. Интересно. Тут рельсовый танк, тут ты не пройдешь. Так, кто-то постреливал здесь. Ну а как это так? Выстрелил ты и тебя нет? Вот он ты. Не нужно так делать. Так, убежать куда можешь? Далеко. Убегай. Пусть он подходит. Так, честно говоря, я здесь буду постоянно кидать гранаты. Мне кажется, это самый лучший вариант. Мне очень понравилось. Хорошо. Ты там. Так, и придется выглянуть опять. Ну, давайте заглянем сюда. Угу. Так, сколько тебе опять вернуться сюда? 23. Ну, ты один раз можешь выстрелить и почти вернешься.
тебя со всех сторон все крепко одинаково. Что задница, что передница. Так, ну надо ждать, пока я всех этих, кого уже нашел, не разберу. Ты, кстати, стоишь опасно, тебе могут в спину выстрелить, если там есть ребята, вот отсюда выйдут. Ну, будем надеяться, что они танк увидят первым. Смотрим. Давайте, давайте. Да, ребята. А вот и задница. Ой-ой-ой. Как без танка играть, я не знаю. Тяжелая плазма, по идее. Никто по реакции не выстрелил. Молодцы, ребят. Молодцы. Ну а чё? Зачем? Вот этого гада в тяжелой плазме надо найти. На ровном месте потерял танк, жалко очень. Он еще и сюда может прийти. Гады такие. О, у тебя есть зеленая, да? Есть. Он же по-любому не выдержит и припрется сюда. Риск. Сиди тут. Так. Летун был. Нет летуна. Понятно. Глянь сзади, тот не перебрался сюда, нет. Ой, как подло. Вышел в спину. Тут был летун. И тоже в спину могут выйти. Давай задрали. Фух, подставляю спину со всех сторон. Гаденыш нарвался. Летун был. Потратил уже на выстрел припасенный. Так, граната есть. Оставляй тут гранату и уходите отсюда. Сюда, я так понимаю.
прикрывай. Мы идем наверх. Нет, тогда уже иди без. Но иди. Так. Тут тоже надо кинуть гранату и забыть это место. Идти вверх. Для этого эту самую гранату нужно подготовить. А где же вы делись? Кто-то пришел к гранате. Но не умер. Что же это такое? Крика не было. Он там живой, гаденыш. Так, задерживаюсь я тут. Да, есть проезд. Вот он ты где. Я тебя убью, надеюсь? Нет, не убью. Еще ты можешь попытаться убить. Так. Я может попытаться выстрелить. Я поставлю спину. Ладно, тот танк. Тому танку придется прийти сюда. Кстати, это Думгай. Командующий. Так, пока брось. О, тобой придется попытаться словить этого гада. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Какие вы кривые, косые. Зачем так? Ты, кстати, очень меткий. Что-то не похоже уже, что ты меткий, да? Надо было не садиться. А, это барабан. Мешает все. Да, вы задрали, как вы меня пытаетесь со всех сторон обойти. У меня гранат на вас всех не хватит. О, это был Риппер.
Ну, летун. Ну вот куда можно так далеко убежать? Кто мне скажет? Вот он ты. Так. Дунгай отработал. Так. Опасные эти риперы. Как они мне в спину заходят. Четко. Ай-яй-яй-яй-яй, не ту гранату дал. Ну все уже. Пятнадцать, 26. Я хотел бы отступать отсюда. О, еще один гранату нашел. Ох, ребята, не нравитесь вы мне. Очень не нравитесь. Не-не-не. Мне надо уже отсюда убегать. Так, хотел бы подарок опять оставить в этом коридоре. Отлично. Так, придется с тобой заглянуть. Это этот вышел в спину отсюда. Нехороший человек, редиск. Снайпер. Чего уж там, выйди. Посмотри в разные стороны. Никого, вернись. Нам главное набить на панику. Там уже станет легче. Некоторые вообще оружие потеряют так.
Тут не стоит ничего проверять. Бессмысленно. Я столько не потяну. Значит, нужно уйти отсюда и заблокировать. Так, гранаты везде стоят, можно отступать. Не нравится мне, что еще и тут. Да. Отступаем. Сюда. Так, сколько у вас на скидку? 20. Поехали. Ближайшие ко мне сбежались, больше они не будут сюда лезть. Как не жаль. Пора перебираться в эти коридоры. Танк прикрывает. Вы на перехват идете. Лишний гранат. Вот так. Тебя придется временно прикрыть. Все, поехали. Так, ты дальнюю должен крыть, а ты ближнюю. Логично. О, элит сразу говоришь, хорошо. Двадцать два. Мне нужно 24. Так, вот. Так вот. Так, ты временно прикрываешь. Кстати, от гранаты надо избавиться заодно. Может спасет, чтобы тебе в окно не выстрелили. Так, а вы все убегаете. Бежите за своими товарищами. Сзади полно гранат, если что, мы все узнаем.
Ишь ты, какой хитрый. Но, к сожалению, перехвата не произошло. Придется тратить ход на этом ходу. А, у меня же есть вот этот. Очень не нравится мне этот лифт. Хоть бери туда гранату, запуливай. Вот ты где. Так. А лифт нужно взять под контроль. Ой, как не делай, все опасно, ну что делать? Так, стой. Встать только хватило, убегать не хватило сил, тогда придется одного временно оставить. Так, давайте панику, я уже так нормально покрошу. Не? Не хочется мне заходить проверять, в принципе, в этом смысла и нет. Опять же, лучше гранаты кинуть и забыть. Куда-то мы продвигаемся. У тебя нет гранат. Ну, можем надымить хотя бы. Глянь-ка сюда. Так я и думал. А почему не вижу? Ты в дыму, что ли? Неудачно все пошло, поэтому лучше убежать. Очень неудачно. Так, тебе нужно уже перебегать сюда. Вставать обороной для вот этого. Тут отсюда выстрел. Поэтому, по идее, ты отсюда захочешь выйти. Или же нарвешься на гранату. Вот подлец. Граната тебя не интересует. А я не могу продвигаться, пока не уверен. И он уже знает, что мы отсюда будем наступать. Если сюда поеду, то, скорее всего, я нарвусь на выстрел. Какой неприятный момент. Ладно.
обезопасить себя гранатой на следующий ход. Тогда посмотрим, что оно будет. А он еще сюда прийти может. А, это легко решается. Вот так. Не хочет идти и подставиться, надо же. Все, здесь ты не проскочишь. Будем надеяться, что наверху больше быть никого не может. Ты смотришь сюда, да, я себе подготовил следующий плацдарм. Вот эта штука мне, конечно, не нравится. Ну что поделать? Честно говоря, выстрел в лицо я получать не хочу. Поэтому побежал сюда, и все так перебегут. Я помню, что ты снизу стрелял, но на гранату не залазишь. Очень странно. Еще две комнаты, то есть нужно и туда забежать уже. И лифт мне этот очень не нравится. Там может никого уже не быть. Но кто его знает. А сенсорных гранат все меньше. Взрывчатку нужно не брать, нужно брать только гранат. Так, а ну-ка подстрахуй их. А, ладно. Не смогу я открыть оба прохода. Так, они уже что-то не перемещаются. Не находят мои гранаты. Так, поехали вперед. Тихо, спокойно. Придется подождать. Хорошо. О! Нащупал гранату. Молодец. Это, наверное, тот, который стрелял снизу. Наконец-то решил пройтись.
Так, и здесь граната нужна, получается. Чтобы я отсюда ушел. Спокойненько. И танк перевел. За спиной есть смысл, но разве что из этого лифта. Гранат мне просто катастрофически мало, да. Вот эти вот полностью с гранатами. Тут этот гадский лифт. Против таких лифтов надо делать вот так. Тебе нужно перебираться сюда. Там граната уже работает. Ты этот ход не убежишь, тогда хоть присядь. Дальше. О, начались паники. Хорошо. Дождался наконец-то. Лифт придется проверить, поэтому ждем солдатиков. Тут граната. Тут надо закрыть и все. И два прохода вот так тянуть к низу. Держать я могу. У тебя есть граната, и ты ее сможешь сразу кинуть в прикрытие. Тогда я этих всех заберу. А ты оставляй подарок. Раз, два, три, раз, два, три. Ой, как-то близко. Я знаю, что с одной клетки не среагируют, но все равно страшно. Ладно, в следующий раз кинешь. Ну, наверное, уже им не до меня. Ну, береженого Бог бережет. Подожди, не эти лидеры, разве что из-за паники они уже начнут бегать. Без оружия тогда я воспользуюсь. Так. Все. Пошли проверять лифт. Вы стоите на страже. Тоже. Лифт проверять. Можно, кстати, выехать, глянуть. Никого. Хорошо. Так, вы еще бежите, вы бежите. Граната готова, ждем. Здесь, кстати, по идее, в этом лифте никого не должно быть. Если комната должна быть отдельная, да. Да, отдельная комната. Не уверен, что никого нет. А я, наверное, распрятал ходы, да? Нет, нас и 20, все четко.
Отлично. Так, ну если тут уже прикрыто, то танк может заглянуть сюда. Даже сюда. Ты, к сожалению, так делать не можешь, у тебя перекресток. Единственное, можешь подъехать, глянуть. О-о-о. Ты сюда не ходи, ты туда ходи. Что-то мышка глючит. Давай сделаем так. Паникуйте, гады, паникуйте. О! Уже здесь паникер в пределах видимости. Вниз начну двигаться и найду его. Жалко, что больше на гранаты не набегают. Это было весело. Тут, скорее всего, никого нет, но проверить нужно. Это тылы. Без крепких тылов толку не будет. Там граната светит. Ну, танк нужно, конечно, сопровождать. Как ни крути, вот тут он кто-то бесился где-то. А не тут. А что? Иди на гранаты лучше, а не бесись. О как! Да что же я нашел? Просто так или нет? В смысле, просто комнатка или там, где командный состав? Так, наверное, просто, и тогда можно провернуть трюк. Этот кроет тут. А ты кроешь тут, а солдаты набегают. Если, конечно, по мне кто-то не влепит чем-то тяжелым. Так, гранаты еще есть, но их надо уже экономить. Хорошая эта комната. Рядом с ней опасно ездить, всегда жди беды. Так, идем-ка заглянем. Там сверху граната, кстати, не использованная. Ну, вроде никого здесь. Это, конечно, не показатель ничего. Thank you.
ух, и командующий есть. Ну, разве что, если он будет без ничего. Тогда будем набегать и дубинками стучать. Так. О, кстати, оружие кто-то кинул. Значит, кто-то был. И где-то рядом. Туда смотри. А здесь кто-то был. Поэтому нужно аккуратнее. Наверное, стоит кинуть гранату и танками держать. Ну, там уже никто может и не ходить. Ладно, чего я тебя с собой ношу? А, ты мешаешь. Сейчас заберем. Вот твое законное место. Так, а где тут паникер делся, что кинул оружие? О, инженер пошел и нарвался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чем-то таким тяжелым. Лидер вышел, да? И вот он кто бросил оружие. Медик паниковал. Так, танк выдержал выстрел. Хоть бы хны. Мне вас тут всех разобрать. И как? Разве что выстрелить и отступить. А стрелять нужно пытаться по этому гаду. 4 выстрела. Хватит? Хватит. Отлично. Даже оставлю на этой же позиции. Туда убежал навигатор. Значит, оружие медика уже легче. Так лучше стоять. Хорошо. Так. Вы готовитесь крыть тех, кто из двери захочет выйти. Ай, с этой дверью. О, я как специально тут все сделал. Так, 29. На скидку 21. Идеально. Идеально. Ты сюда переходишь. Нет, наверное, ты даже присядешь. Я, кстати, синтезное оружие изучил. Может, посмотреть, может, это оно. Хоть увижу, как оно выглядит, что оно такое. Поехали. Навигатор убежал. Солдат еще есть и медик. Ой-ой-ой-ой-ой. Тебе может быть тяжелая плазма. Не-не-не-не, не надо. Вот он, медик без вооружения. Ух, сколько вас там. Больше 5. Да что ж вы так на танк взялись? Ой-ой-ой-ой-ой. Надо рисковать, чтобы знать местоположение. Ну не подводи меня.
А этот гад будет стрелять, он не остановится. И мне нечем его накрыть. О, да-да-да-да-да-да-да. Фух, защитим мой танк. Как мне достать этого? Тут, кстати, это просекает. Навигатор, паникер. Ну, он без оружия, в принципе, это не важно. Вот так попробую, рискну. И даже так. Ты, надеюсь, спину не садишь своему другу. Выхода нет, держи двери. Да, у тебя выхода нет, держи этот выход. Вот этого разобрать и все. Нашел гранату, молодец. Ой-ой-ой, танк не надо мне. Один выстрел, это большой шанс. О, еще один нашел. Ой, какие молодцы, гранаты ищите. Это может быть тяжелая плазма. Так и есть, потому один выстрел. Вы подождите, я буду стрелять тем, кого ты не видишь. Ложись, паразит. Ну ладно, вдруг кто-то зайдет в спину, так. Так, вроде как угрозы отсюда уже ожидать не стоит. Хотя кто его знает, спустится кто-то на лифте. Приехали. Так, что-то не под... Да. Да. Ну, хоть так. Я хотел бы гранату сюда, чтобы в этом месте не думать. У тебя она, кстати, есть. Кинуть ты ее не сможешь на этом ходу. А, они бы смогли. Придется тупо подождать. Ой, Рипер прибежал. Ох, кто-то там, где гранаты были. Вы, ребята, что-то вас много. Ты доигрался. На тебе выстрел по реакции. Фух, еще один жив. Давайте дадим солдату прокачаться. Не на линии огня, да? Нет, так не надо. Да, там нужна граната. Чтобы всякие гады не приходили в гости. Хорошо. Спрячься. Смотри вниз. Ты. Что за оружие? Тяжелая плазма. Фу, хорошо, что медик ее кинул.
Ой, за спиной у меня там гад есть. Ой, много вас. Очень много. Так, тут граната, тут граната. За спиной гранат нет. Вот этот подорвал, и тут он психует. То есть вполне очухается, может идти ко мне. Ну ладно, все весело. Но пора проверять следующий коридор. Так. Получилось. Тут реально проблема. Танку задницу защищать нечем. Придется так. И сзади этот паникер придет потом. Как оно глянь? Вот так. Нет? Ты пробитый? Тобой, к сожалению, нельзя ничего проверять. Это будет неправильно. Разве что подъехать. Ты сюда. Ну, вам надо уже спину прикрывать. Так. Попробуем выглянуть, хотя это неправильное решение. Вроде как обошлось, но так делать больше не надо. Так, и ты тут молодец, кстати. Так, сзади никто не подкрался. Как нехорошо, что тут со всех сторон могут подарки быть. Тогда сделаем вот так. Ты держи двери. Ты держи тут. А вами двигаться просто нельзя. Хотя очень хотелось бы уже сюда идти. Танк очень пробитый. Ох, и долго эти базы берутся, но оставлять их нельзя. Так, все тогда, пошли чиститься. Угу. Я же заглядывал. А, ты был далеко, я тебя не увидел. Я понял, но это не страшно, у тебя дробовик. Боец из тебя никакой, но в любом случае так делаем. Хорошо. Вот мне не нравится, что у нас за спиной враги. Гранату может здесь оставить, но он тут может пройти. И танк пробить. Ладно, пока внизу танк не проедет полный круг и не выйдет. Вот он, паникер. А, это почти там, где я был, сейчас найду это место. Где я появился, мне это в виду. Да, это аж тут.
Значит, о тебе пока можно не думать. О, хорошо. Прекрасно. Хочется зайти, но зачем мне? Ну хотя. Не подкрадывается там в твоей жопе подле лету. Ладно, придется проверить это место. Иначе не смогу успокоиться. Засветился, родной, хотя, по-моему, ты и не опасный тип. Имеется в виду, что вроде бы ты без оружия, это не факт. Можно сделать выстрел и спрятаться. Что более правильно? Правильно спрятаться, потому что это не пробитый танк. Последний мой. А ты его случайно не можешь достать? Нет. Тогда тебе придется пытаться его достать. А ладно, рискну. Да, зря рискнул. Так я и думал, что так будет. А ты, может, умеешь хоть спрятаться? Нет, не имеешь. Может, ты имеешь гранату? Нет, не имеешь. Значит, все, что могло плохого случиться, случилось. Ну, хотя бы так, пытайся прикрыть. Можно, конечно, тобой сюда резко рвануть. Ха, но он может решить произвести выстрел. Если он не паникер. Я не вижу, есть у него оружие или нет. Паникер. Еще, мне кажется, лидер. Убери его и захватывай. Но, как я и говорил, зачем мне их захватывать? У меня цели такой нет. У меня и так полно неисследованных зверушек. Паникер. Ладно, придется выстрелить. Не могу. Оставляй, может подставиться. Так, я рискую. Если снизу придут, то танк не будет отвлекать на себя. Да. Ну, и никто по реакции не захотел выстрелить. Два красавца стоят и смотрят. Ну, хоть этого убейте. Ой, ребята. Так, все, придется выходить с тобой. А куда
Куда же ты вышел, второй? Да, так я и думал. Так, 3 по 20. Давайте попробуем. Ой. Что же ты творишь? Не нужны тебе уже эти очки, не помогут. А, это была контрольная комната. На всякий случай. Да, кстати, интересный вариант. Сделать вот так. А, тебя оставить этому, да? Кстати, он с гранатой. Я хотел бы гранатой что-то прикрыть себе. Спрячься, чтобы не... Там, кстати, ходит еще. Не появилось желание тебе гранату кинуть. О, я танком не походил. Танки должен был убить того в синем плаще, а не Кёра. А кто сказал, что ты паникер с оружием? Тебе не помогло. Конечно, так тут только очередь должна решить. Иначе он в ответ может выстрелить. Так, да, вот и Джаггернаут я показал. Я думаю, что без Джаггернаута тут никто не... Ага, здесь углов нет. Я думал, что здесь не засветил. Все засветил, но... Ладно, побегай. Так, конечно, он ушел очень далеко. Если было на прошлом ходу его ловить. Нет, не ушел. По-любому убивать. Больше паники, богу паники. Вон, кинули оружие. Наверное, синтез знает, кстати. Так, а ты проверяй каждый раз эти двери. Отлично. Так, кто там хотел гранату? А, тут никакого гранаты нет. У тебя есть, но тебе нужно туда прийти. А, тогда в таком случае намного лучше. Вот так встать на перехват. Танку глубоко фиолетово, как стоят. Круглый со всех сторон идет броня. Снизу у него броня слабая. О, как кто-то залез там, откуда я пришел. Ну, это все тот же солдат, паникер. Ну-ка, проверь, что я больше не думал об этом. Ага, это просто... Будем знать. Нет, не нужно тебе уже. Пойди сберегать за дверями, стой и все. И тут, я помню, был паникер. Да, оружие он кинул. И убежал. Так, стой. Посмотри. Тут, наверное, гранату. На следующий ход. О, я забыл про этого. Который тут заглядывает за мозги. Зря заглядывал, нигде ничего нет. Хорошо.
Это Летун Литер там дуреет наверху. Так. Две клетки, одна. Можно проскочить тут. Вот так никто не проскочит. Все, уже легче. Никого сюда. Ничего себе база. Сюда. С тобой придется зайти. Будет проверить, кто там. Ты тоже сюда. Так, беги к своим, ты потеряшка. Так, ну тут тебе желательно бегать с выстрелом наспех. Может, спасет тебя. Так, пошли заглянем. Какие противные комнаты. Не-не-не-не-не, тут оставаться не надо. На следующий ход еще раз заглянем. Ты уже ходил. Так, я понял. Надеюсь, неожиданности не будет с этой стороны. Да, ты просто ждешь. Ага, ты опять поднимаешься наверх, смотришь, но что-то мне подсказываешь, там уже никого давно нет. Вот логично так предположить, что вы все уже разбежались отсюда. Фух, испугался я. Пойдем искать недобитков. Правда, этот солдат должен бегать с тобой вместе. Поэтому, наверное, тебя вернем сюда, подберем и побежим вместе. Прикрывай тебя, так сказать. Сколько там иллериума, а? О, я еще солдатик одного не забрал. Причем что-то мне подсказывает, что их нет, нет у тебя гранаты.
Так. А, вот здесь я появился. Ладно, загляни. Никого нет. Беги к своему танку. Отлично. Ну все. Тут чисто. Тебе тоже нужно к танку. Вместе будете разгребать. О, кто-то близко тут ходит. Вот он. Вышел, вижу. Присядь и давай прицельней. Отлично. Да, смотри, пока едешь. А вы все на помощь танку. Ой, у тебя выключено все. Так, там граната держит, то есть танкам тоже нужно этим побитым ехать в эту сторону, да? О, бегал, бегал, нашел гранату. Молодец. Ну еще и живым достался мне. Фух. Но было жестко. Так, сенсорные гранаты, еще раз сенсорные гранаты. По взрывчатке мне ничего не решает. Если будут сектоподы, скорее всего, вся надежда будет на повертанки. Фух, домучили. Точность как прокачалась. Сколько время? Долго я играл? Нетерпимо. Сейчас еще. А, у меня лежит НЛО. Так что все равно видео будет завершаться. Сейчас вернусь домой. И все. Так, две базы забомбил. А куда тебя еще отправить, патрулировать? Оказывается, базы находишь очень неплохо. Я не помню, в принципе, больших кораблей, где они еще летают. Ну давайте будем вот так. Они могут быть близко, эти базы? Не уверен. Тогда давайте. А, график. График. Фиолетовый. В Сибири был всплеск. Северная Америка я подавил. Да я всех подавил. Ладно, близко здесь. Вот здесь. А теперь нужно следить за тем, какие НЛО летают. Ну-ка, инженер, понятно. Не всякие глупости рассказываешь. Так, Литуна лидера решил придержать, потому что в прошлый раз Литун лидер какой-то бред мне рассказал вместо чего-то хорошего. Это мне не понравилось. Да, ты все магазины изучай, чтобы я в любой момент мог их расковырять на Аллерию. Тут лишь бы что-то заказал. Ну, кстати, интересное оружие последнего шанса. Точность очень хороша, почти за полхода. 200 урон. Единственное, что батарея, наверное, на Аллериуме. То есть подошли в упор, и вот у вас нет вариантов. Хотя, с другой стороны, Аллериумная дубинка вы два раза сможете ударить. И любого положите. Наверное. Кстати, есть смысл идти в эти всякие улучшенные радарные самолеты, но пока я их построю, мне еще надо грозы построить. Поэтому ладно.
Так, ракета это для самолетов. Копье. Но мне не нужно. Продолжаем искать крутых солдатов. Это что, все крутые пришли, получается? Наверное, так. Угу. Пушка, значит, теперь патроны. А, это я произвел для танка, который уже развалили. Я понял. Да, возвращайся, и потом опять сюда в патруль. Буду так с тобой патрулировать в каждом месте. И вот лежит этот, который ожидает, что я буду атаковать. Но сначала посмотрим, что мы там... Что мы там захватили. Да, у меня этих... Море. А, инженер попался. Ну, неплохо. Хотя уже смысла, наверное, в нем нет. Уже медики больше нужны. Сплавы пришельцев много. Так. Давайте проверим. Может, что-то новое следователи нашли в том, что я принес. О, надо градо пришельцев уже исследовать. Нет, ничего интересного нет. Так что могу спокойно продавать все, что здесь вижу. И помог мне Джаггернаут. Выдержал плазменные выстрелы. Может, даже тяжелая плазма, потому что было только два. Хотя ходов там было у нее полно. Да, инкубаторы мне подвели. В прошлом видео нужно было сначала инкубатор, а потом командующего. Ладно. Что ты сделаешь? Что, вас много? Ой, сколько у меня носитель данных пришельцев. А почему я их не видел? Может, командующий не дал какую-то технологию, которая нужна? Да, там тяжелая плазма была 50 на 50. Что-то крутое. Редко попадается. Ладно, оставим, посмотрим. По-моему, это та штука, которая взрывается. Так, немного денег заработали. Вы... Так, почему я не вижу... Носите данные. Что за глупости? Есть, фу-фу-фу, не пугайте меня. Кстати, а почему бы его не отправить куда-то ковырять, где у меня исследуется что-то ничего не нужное? Да, зачем мне эта штука? Хотя, с другой стороны, какая разница? А вот это точно мне не нужно. Ну-ка, давайте мы в Китай кинем немного. На изучение. Хотя нет, наверное, носители данные последние будут. Давайте кинем вот эти всякие штуки. Так. Ага, в Китае нет изолятора. Тогда придется рискнуть и кинуть носитель данных. Где этот носитель данных? Кстати, нам надо оставить. Пес с ними может сражаться. Плазменными клинками всякими. Вот. Начнем с одного, проверим. Не пропадет он или что-то там с ним не случится.
Так, ну, к сожалению, на этом надо завершать, потому что сейчас день. И если я хочу порадовать зрителей, попытаться взять, хотя я его не хочу брать, смысла нет, у меня всего полно. Там танки не сильно помогут, там 4 выхода, насколько помню, куча этажей. Я не уверен, что нам не нужно базу легче брать, потому что вы как бы уже внутри сразу. И проходы широкие под танки сделаны. Я вообще не уверен, что есть смысл в этом взять этого корабля. Ну ладно, это уже решать будет в следующем видео. Так, последние 3 видео очень хороши. Технологий полно, всего полно. Продвигаемся очень круто. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Да, кстати, я под ним из видео писал. Пожалуйста, кто не поставил лайк под некоторыми предыдущими видео, потому что у меня обычно таких железных зрителей, фанатов этой игры в районе 50. И вот везде у меня 50 плюс лайков. А пару видео 30. Вернитесь, пожалуйста, и поставьте 50. Будем перфекционистами до конца. Ну что ж, желаю вам всего хорошего. Подождите. Так, могу заиграться. Пока.